Это видео снято с суда над пожилой матерью крым-авторитета Камчук Ульбаева. 22 июля в квартире 76-летней Майи Алиевой прошло выездное судебное заседание. На кадрах Алиева лежит в постели, а вокруг нее судья, его помощники, прокуроры и адвокаты. Мать Кульбаева обвиняют по статье «Легализация преступных доходов». На нее оформлено 13 единиц недвижимого имущества. Однако, по словам ее адвоката, все оно было приобретено в разное время у разных продавцов-собственников. Ее сын Жолдошбек Кульбаев заявил, что его мать перенесла 2 инсульта, не может встать с постели и внятно говорить. Обвинение заявило, что если бы мать Кульбаева была действительно тяжело больна, то находилась бы в больнице под наблюдением врачей, а не дома без какого-либо присмотра. Выездное заседание прокомментировали и в городском суде. В течение 3 месяцев предпринимались всевозможные действия, чтобы доставить обвиняемых в суд. Однако обвиняемые и их адвокаты пытаются искусственным образом затянуть судебный процесс. Процесс в доме обвиняемой прошел лишь однажды, 22 июля. Последующие заседания прошли в здании суда. Ранее адвокат Алиевой подавал ходатайство о назначении судебно-медицинской и судебно-психолого-психиатрической экспертиз, но судья не удовлетворил ходатайство адвоката. Брат Кульбаева, Жолдошбек Кульбаев, обратился к Садыру Джапарову и Хамчубеку Ташиеву от имени своей матери с просьбой о личной встрече и справедливом решении суда. По его словам, он никогда не вмешивался в политику и занимался своими делами. Камчук Ульбаев был убит силовиками 4 октября 2023 года во время спецоперации по его задержанию. После ГКНБ сообщил об аресте активов Кульбаева на 1 миллиард долларов. Спецслужба упомянула о более 850 единиц недвижимости, особняках, клубных домах, квартирах, центрах отдыха, ресторанах и даже охотничьих угодьях.